В жаркую летнюю погоду многие отправляются отдохнуть к водоемам. Прохладная вода помогает спастись от палящего солнца. Ученые уже давно признали плавание одним из самых простых и эффективных видов спорта. Купальный сезон уже открыт. Официальные купальные зоны в городе – это озеро Протяжное и пруд Боровое. На этих озерах, в местах купания, которые обозначены аншлагами, проверена акватория, то есть дно, сторонние предметы убраны, то есть все там чисто, все хорошо. Обозначены места купания, ограждения стоят, находятся станции спасателей, которые постоянно там дежурят. Однако на водоемах нужно быть осторожным, чтобы отдых не превратился в трагедию. Причин несчастных случаев на воде несколько. Например, детей оставляют без присмотра, купаются в запрещенных или необорудованных для плавания местах, либо плавают в состоянии алкогольного опьянения. Есть ряд правил, которые спасатели рекомендуют соблюдать. Человек лежит, загорает, решил искупаться. Ни в коем случае нельзя резко забегать в воду, потому что организм нагрелся, резкое переохлаждение, чревато последствиями. Спокойно зашел, тихонечку зашел, плоснулся, потом можно поплавать. Запрещено подплывать к любым транспортным средствам, заплывать за буйки, а также нырять в незнакомых местах. Анна Пелепец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей Саров 24.